Что? Мы больше терпеть не будем. Не будем. Такой вот экономикой... И молчать. Как вы нам гайки закрутили, не будем терпеть. Закрутите гайки у себя на крышке. Ну так же ж? Я подписываюсь. Короче, люди... Вы не люди. Мы калькулятором... После этого. Мы калькулятором провели... Люди так не делают. Провели прогноз. Мы калькулятором провели линию. Нас с детства дурят. Дурят, причем по полной. Где пуповина? Верните. Где? Где написано было, что пуповина это... Где черный по белому санкции, покажите. Где мой аппендицит? Где мои три пломбы, которые выковырили, и один вставной зуб? А? Где волосы с парикмахерской, а? Я бы уже мог 4 подушки набить. Я скрылся очень часто. Мне не росло, как у коня. Что значит мог бы? Это можно было потомкам оставить. Они ж генетическую энергию в себе несут. Они ж колдуют. На их. На волосах. Ну, а потом появляются всякие это, нечему там алкоголизмы вредных привычек. А потом я хожу, раз, и мне нога подвернула. А я хожу, раз, и упал. К чему? Откуда вам мистика появляется, а? Это ж такая-то по твоим кто-то волосам. Ходил, да. А ногти надо, их надо на 18 частей разрезать. Когда мало того на 18 частей. И лучше одним движением на всей руке. А потом в полночь, в полнолуние каждого месяца по разным перекросткам части отвозить. Тогда посмотрите. Все, что говорят, когда пишите. Надо закопывать. Выкопывать? Ну не глубоко, секретик. Подщеклышко разобьется. Кстати, еще одно, папины носки можно закопывать. Действенно. Папа тогда с утра, пока не раскроешься, любое желание вспомнить. Она ж не зря поповина называлась. Поповина, да. Это или от поп был, или кто? Или пуп. Мне бы сейчас приходилось. Поповина, кстати. Кстати, с пуповиной... Надо же на дудочку было сделать. Пуповина отличная донка получится. Или ремень. Ремень, да. А может с ее помощью можно сделать еще что-нибудь? Сигнализацию на машину. Горох у нас это чуть нет. Трещотку на лесопе. Ну да. Или трещотку на лесопе. Или мамки бы оставили пуповины. И получается, мать героиня могла бы себе 10 пуповин оставить. Где-то... Метров 6 было бы пуповина. Да, браслеты пробило еще. Я думаю, в Африке пуповины ценятся или в Америке. Там ими так просто не разбрасывают. Не, там за каждая пуповина она нас шот и с элементарным номером. С этим, с гинекологическим кодом. Может быть, этой пуповины нам и не хватает, чтобы сделать рывок у космоса. Ну, может, из-за этой пуповины солнце нам не светит так вот ярко. А еще утопающих спасать. Да. Допустим, он... Ты за руку, а она склизкая, там, ну, в моче. За ногу, а я не в моче, в мотыле. В мотыле, да. И он уже, и лысый еще, и не за что схватиться. За челюсть она. А ты пуповина плаваешь. И пуповина, ты. Опа. И жил человек. А так лежит, что за живот не схватишь. Не схватишь, не за что. Бороться было бы удобнее пуповиной. Ну. Можно было бы на гитару еще один аккорд придумать. Вообще в семье оставаться пуповина хорошо. Прогонять, привязавших к шкафу и все. На пианине играть пуповину. Да не только на пианине, в модных оркестрах. Чего? Вы подумайте, что вы потирали, да? Казалось бы, да? Во! Что? Во, некоторых во! Некоторых не его, а во, его, его. Его. Пуповина. Только можно, а если тройня рождается? Это ж мне кажется, что три, да. Это как это. Это ж вообще можно наделать. О-о-о. Это можно целый водопровод сделать на даче. С пуповин. Такую. Как оно. Так и делали раньше. Тогда, а что? От стеков. От стеков, да. Их пуповина это было самое главное. Они окна рыбим этим пузыром, этим как его. Бычью. Угу. Пуповина это самое главное, как говорит Сережа. Ой, я же зашел у тебя.
Она таки, потому что они же гадали. Кстати, глупо, что еще сопли как-то не забираем. Они тоже очень насыщенные информации и черезы. А что их собирать? Черезы все герпес лечит. За диваном дыры вот тут все время. Пальцем проведи, собрался. А ну да. А не сохнуть быстро. А как этот, как тилонский зеленый чай в гранулах получается. Их надо в вакуум собирать. Вакуум. А они в вакууме тогда это... Они помрут. У них свойств не будет. Я смотрел вообще, что все продукты копить нельзя. Все нельзя. Их только надо пельмени особенно. Обдать кипятком, да, и учего. Иначе у них витаминный цикл сбивается. Чего? Витаминный цикл. Не, ну, если ты хочешь вести здоровый образ жизни, как я не хочу. Мы с тобой после Нового года договаривались. Я не буду. Почему? Я беру свои слова назад. Да-да, так. Кто памфлеты приучил к вегетарианству? Кто приучил? Кто приучил? Куры. Куры? Но зато куры теперь. У кого-то машину гоняют. А нам все равно. Ага. Опять же, пуповину не сохранили в машине. Все.